В Когалыме открылась камерная персональная выставка члена Союза художников России Виталия Вербицкого «Пересекающиеся параллели». Экспозиция посвящена юбилею автора. Здесь представлены новые работы, которые еще нигде не экспонировались. Линогравюра, скульптура, фотография. Духовная жизнь русского народа и традиционная культура народа Ханты – две параллели, нашедшие выход в творчестве мастера. Основная тема выставки – этнофутуристическое переосмысление неповторимой мифологии Севера, ярких образов знаков народной культуры. Все разноплановые, то есть линогравюра – это графика, а круглая скульптура. Причем не так давно все-таки Виталий Дмитриевич стал работать именно с темой духовности. Святые лики – это особая тема, очень проникновенная. И должна сказать, что автор представлен здесь еще и как педагог, руководитель студии «Беловодье». Здесь замечательные творческие работы его учеников. Работы очень достойные, и, наверное, каждый бы когалымчанин, возможно, захотел бы украсить свой дом такими теплыми, красивыми работами. Выставка продлится до 25 марта. Записаться на экскурсию можно по телефону 288-58.